Более 300 тысяч пенсионеров и получателей социальных пособий уже воспользовались помощью государства в размере 900 леев. Об этом министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Домбровяну заявила на заседании правительства. По словам министра здравоохранения, 1 октября Национальная касса социального страхования произвела все необходимые выплаты поставщикам услуг. Și cifra acestor persoane constituie 205.322 de beneficiari. Через службу Пошта Молдовии выплата финансовой поддержки в размере 900 леев производится в день назначения пенсии или социального пособия. Плата în cazul respectiv va fi realizată pentru 437.802 persoane. În perioada 1 octombrie 6 octombrie, oficiile poștale au achitat suportul financiar unic pentru 106.145 beneficiari de pensii și alocații. Restul beneficiarilor, deci corespunzător acelui grafic care este determinat de plată, vor primi această prestație. Министр уточнила, что лица, не получившие материальную помощь по определенным объективным причинам, могут получить деньги до конца 2021 года. Această prestație, deci, va fi achitată până pe data de 31 decembrie 2021. Adică cine nu va primi pe parcursul lunii octombrie, va avea posibilitate încă pe parcursul inclusiv anului 2021. Инициатива выделить помощь в размере 900 леев пенсионерам и получателям социальных пособий, размер которых не превышает 3000 леев, принадлежит президенту Игорю Дадону. Ее получат 643 124 человека.